Всем привет! Меня зовут Валерия. Меня Ирина. Сегодня мы поговорим с вами о подборе аромата. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Найти аромат, который идеально продолжит ваш образ, довольно трудно. Поэтому сейчас мы дадим вам несколько советов, которые помогут подобрать аромат мечты. Для начала нужно определиться с тем, чего бы вам хотелось, какой аромат вы ищете. Чем четче будет ваше представление, тем легче будет подбор. Вам не будут предлагать то, что вам совершенно не нужно, если вы назовете несколько любимых ароматов, чтобы консультанту было легче ориентироваться в ваши потребности. Не нужно тестировать много парфюмов. Это забьет ваши рецепторы, и вы можете ошибиться в выборе. Тестируйте нишевые ароматы после люкса. Так вы сможете ощутить их более ярко. Тестируйте аромат для начала на блотере, нанося парфюм на достаточном расстоянии от него. Так аромат раскроется намного лучше. Далее, как выберете парфюм, нанесите его на запястье и на шею. Так вы сможете понять, как он раскрывается именно на вас. Каждый аромат может раскрыться по-новому в зависимости от окружающей среды. Это может быть жара, холод или влажность. Поэтому очень важно поносить его некоторое время под определенным воздействием. Именно тогда вы сможете ощутить все нотки аромата. И если вы уверены, что этот парфюм подходит вам на все 100%, то можете смело приобретать. Вы останетесь довольны. Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам в выборе аромата вашей мечты. Пусть поиски будут легкими, и вы подберете для себя божественный аромат. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также присоединяйтесь к нашим соцсетям. Ссылки в описании. Задавайте свои вопросы, но самое интересное мы ответим в следующем видео.